Да, я ищу импульс. В контактной импровизации есть понятие «танец», когда мы в балансе, ничего не происходит, кажется, что мы просто стоим, замерли и стоим. Эта ситуация называется «маленький танец», когда зрителю вообще ничего не видно. И артистам тоже ничего не видно. Ну, вернее, не артистам, а участвующим, как даже назвать нельзя. Танцорам язык не поворачивается. Ну и вот происходит ожидание некого импульса, когда хоть какое-то дуновение происходит. И тогда разворачивается действие, его можно усилить, можно наоборот зарыть. Так и сейчас получается. Самое дзенское выступление в моей жизни.